Вот, наконец-то, друзья, мне пришла новая досточка. О всех остальных досках, которые живут у нас дома, можете посмотреть. Видео оставлю в описании. По ссылочке приходите, обязательно посмотрите. Будет интересное очень видео. Как раз я его сейчас смонтирую. Если вы вот это вот видите, оно уже лежит у меня на канале. И вот эта вот доска, вейковая доска. Прям жду не дождусь, пока я ее сейчас распакую. Пришла она из Белоруссии, из магазина. Кстати, тоже по ссылочке перейдете, посмотрите, в каком магазине я ее купил. Ну что, погнали распаковывать? Да ладно! Блин, хорошо вообще запечатали-то. Уже близко. Йоу, я добрался до нее. И вот она, ребята. 23-го года Kinetic. Кстати, вот эти чуваки мне прислали эту доску. Видите? Это название фирмы. И что могу сказать о этой доске? Ребят, 23-го года доска. Значит, имеется тут небольшой прогиб вот этой доски для лучшей закантовки. Есть на доске вот такие вот каналы. Еще что характерно, здесь средняя жесткость вот этой части, средней. И мягкий хвост, и мягкий нос. Для того, чтобы был уверенное приземление и уверенный щелчок этой доски. Ну, в целом, что, предлагаю снять пленку с нее, да? Самое волнительное, снять пленку. Давай, оператор. Звук, конечно, характерный. Йо, такие вот штучки тут еще, крепилочки. Потом снимем, тут скорее всего инструкция. И, ага, я его отмечу сейчас. Что здесь? Да, есть. Инструкция, есть наклеечки. Чтиво перед сном почитать. И еще какая-то красивая брошюрка. Все это запечатано вот в таком вот мешочке. И дальше вынимаем ее. И вот она. Та-да-да-дам. Вот это моя новая доска, которая будет жить у меня дома. Прошу любить и жаловать.